страйкер? Ну, наверное, бомбардир. Но... Кто забивает больше, наверное, нет? А, ну нападающий, да. Ну... Латераль. Это крайний защитник или полузащитник. Ну, в схеме 5 защитников это крайний левый или правый. Вингер. Крайний полузащитник. Инсайд. Чуть выше, ближе к атаке. То есть не опорный, а выше. Камбэк. Это когда ты проигрываешь и потом в итоге выигрываешь. Корнер. Угловой. Кросс. Передача фланга. Такая дуга. Тифози. Тифози? Точно про футбол. Не знаю. Ну, что-то типа мафиози, что-то такое в голову приходит. Не знаю. Футбольного точно там ничего нет. Болельщик. Буду знать. Терцино. Все итальянские, что ли, будут? Я не знаю. Но... Даже предположения нет. Крайний защитник, который не обязан регулярно подключаться в атаку. Должен делать со своего фланга длинные диагональные передачи. Джамиладжио. Хоть название какое-то ресторана, не знаю. Прекрасные отношения между болельщиками двух команд, побратимство. Ривалита. Ривалита? Враги, да? Наверное, что-то типа того. Дубль-пивот. Ну, наверное... Ну, дубль, наверное, когда человек делает дубль, да? Нет? Два полузащитника оборонительного плана, играющие в связке. Кантера. Может, молодежная команда, нет? Ну, академия, да, типа команды футбольной. Трек-квартиста. Блин, надо вспомнить. Это не позиция на поле, да? Позиция на поле, да, какая-то? Типа, может, 10-й номер? Что-то такое, да? Бокс-ту-бокс. Ну, который от штрафной до штрафной человек бегает. Медзала. Медзала. Вообще не слышал такого слова. Медицина, может, будет медработник футбольный, нет? То же самое, что бокс-ту-бокс.